Смотри, какой подарок дедушка. Вот это да! Живая елка, Дед Мороз, Снегурочка и целая гора подарков. Воспитанники школы гармонии оказались в новогодней сказке. 20 детей с особо сложным диагнозом загадали желание и написали вместе с родителями письма Деду Морозу. Абсолютно все они были исполнены. И вот приходят сейчас звонки от этих родителей, от руководителей школ частно. А можно ли помочь вашим ребятишкам? Ребятишкам Одинцовского городского округа, мы знаем, у вас есть школа-интернат, у вас есть школа для больных детей, а у нас таких организаций 4. У нас есть один садик. Садик номер 40, где дети-инвалиды в городе Одинцово. У нас есть школа «Надежда», которая находится в городе Одинцово. Потом есть на старом городке школа-интернат, где дети постоянно живут в этом интернате. А есть школа у нас здесь, в Горловке, она называется «Гармония». Сладости, игрушки, развивающие игры, книги и даже санки-трансформер. Коллектив Кембриджской международной школы постарался учесть все детские пожелания. Деньги на подарки собирали всей школы. И, кстати, благотворительной деятельностью ребята, учителя и родители занимаются регулярно. Помогают школам и больницам, людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Такие поступки не только воспитывают лучшие качества, считают педагоги. Они приносят огромную радость и взрослым, и детям. Мы потом детям рассказываем про это, да, что вот ваши маленькие такие действия, да, когда вы принесли какую-то игрушку, принесли какую-то маленькую сумму денег из своей там копилочки, вытащили какие-то копейки, да, потом это когда собирается вместе, уже дальше это превращается в такую большую помощь, которая может вот этим людям, да, на самом деле принести большую радость. И дети у нас тоже очень это оценивают. Видеть эти эмоции, эти улыбки и счастье – бесценная награда за добро. Педагоги от души благодарят за такую возможность. Спасибо от нашей школы. Очень огромное спасибо наступающим с Новым годом. Мария Шматкова, Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».